За неполные 5 месяцев 2020 года случаи бешенства животных были выявлены на территории 13 муниципальных образований Московской области. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов уточнил, что в их число входит и наш муниципалитет. С начала года на территории Одинцовского округа выявлено уже 2 случая бешенства животных. Чтобы максимально обезопасить себя и близких, требуется регулярно прививать домашних питомцев, не допуская их контактов с безнадзорными животными.